практически начало года. Посмотрим, насколько хватит. Конец января. Начнем с 200 граммовки. 200 грамм, пост 61, без канифоли, 0,8 миллиметра. Честные 200 грамм. 100-граммовой катушки я не помню, насколько мне хватило, поэтому будем засекать. Вот так вот выглядит шильдик. Из которого можно понять, что здесь все очень лаконично и просто. И для этого был почти такой же без канифоли. Содержание свинца я только не вижу. Ну, так, в принципе, одно и то же. ГОСТовское значение. В общем, вот это вот остатки. Начнем, посмотрим, насколько хватит этой 200-граммовой бомбочки. А здесь, кстати, было 100 грамм. Ссылка на заказ будет в описании.